Здорово, народ. С вами Джон, он же Лопин312, стример Destiny 2 на Твиче. Сегодня в этом видео мы разберем еженедельный ресет от 8 сентября 2020 года. Но поскольку день у нас был вчера насыщенный, то сразу скажу, видос у нас получится тоже содержательный. Ладно, приступим. Во-первых, что у нас произошло вчера? Это обновление 2.9.2 в Destiny 2, которое повлекло за собой следующие изменения. Во-первых, что касается заданий. В гамбите исправлена ошибка, при которой персонажи замирали при появлении в гамбите. Наконец-то. В подземелье откровений исправлена ошибка, при которой враги могли перестать появляться в многограннике, не давая игрокам продвинуться в задании. В сумрачных налетах исправлена ошибка, из-за которой враги в сумрачных налетах песни Саватун или гниющее ядро перестали реагировать на игроков, несущих частицы из мероприятия контакт. Что касается геймплея и снаряжения, то исправлена ошибка, при которой игроки, выполнившие поручение на катализатор спички Томми, получали его вновь. Исправлена ошибка, из-за которой уровень силы и наград отображался равным нулю при просмотре инграммы торговца испытаний. Примечание. Ошибка затрагивала только отображаемые уровни. Отображение уровня силы не влияло на реальный уровень силы, получаемого снаряжением. Дальше. Исправлена ошибка, из-за которой при использовании украшения «Холодный отказ» прицеливание слишком сильно отличалось от оригинального оружия. Украшения за рейды «Пожиратель миров» и «Звездный шпиль» на уровне «Престиж» отображаются в коллекции. В условии для выполнения этапа «Станьте легендой» поручения «Новый свет» было неверно указано, что игроку необходимо достичь уровня силы 950. Условия для выполнения этапа исправлены на достижение уровня силы 1000. Клинок Реса теперь можно снова забрать из коллекции. Примечание. Набор характеристик будет тем же, с каким вы получили клинок, выполнив поручение впервые. Улучшена система случайной генерации частот для спящих узлов на Марсе. Если вы объедините резонирующие стержни, весьма маловероятно, что получившаяся в результате форсирующая частота разблокирует находящийся поблизости узел. Например, если вам нужно разблокировать узел в радиаторе, покиньте его, прежде чем создать форсирующую частоту. Ну, то есть, те, кто на Марсе собирался дофармить эмблемки, дофармить триумфы, самое время. Тоже этим займусь. В Destiny 2 есть скрытый список узлов, которые вы уже разблокировали. Данный список не тот счетчик, который вы видите в игре. До обновления часто обнулялся. Именно из этих обнулений так часто создавались копии. Но теперь обнуляться он не будет. Примечание. Если вы создаете форсирующую частоту для узла, который вы открыли в прошлом, вам следует не удалять частоту, а открыть узел еще раз. Это позволит обновить внутренний список узлов и поможет бороться с появлением копий. О как. Паук будет предлагать не один контракт по розыску в неделю, а три. Примечание. В награду за контакты будет даваться не 15 тысяч единиц блеска, а 10. Ну окей. Исправлена ошибка, из-за которой поручение из игр стражи не исчезало из инвентаря некоторых игроков. Если это поручение продолжит мозолить игрокам глаза, нам придется серьезно поговорить с завалой. Титаны бесспорно молодцы и заслужили право похвастаться, но пора бы уже знать меру. Это не очень красиво. Хватит напоминать мне о поражении охотников. Сразу видно, кто это писал. Козмо, наверное. Исправлена ошибка, из-за которой игроки теряли возможность завершать поручение, если получали окаменевший свет до активации поручения. Сокращено количество выпадающих синевых инграмм шейдеров. Что касается оружия, экзотическое, роковое чучело. Шары трансмутации больше нельзя подбирать при активной суперспособности. Бонусы, которые дают энергию способности при активации суперспособности, обожествляющая вуаль, сияющий дар, теперь срабатывают после того, как энергия суперспособности потрачена. Раньше эти бонусы срабатывали на начальной стадии суперспособности, из-за чего игроки успевали отменить суперспособность, чтобы получить энергию способности, не потратив энергии суперспособности. Сколько раз в этом предложении упомянул слово суперспособность? Теперь злоупотреблять этими бонусами не получится. Исправлена ошибка, из-за которой не работали бонусы винтовки разведчика, нефритовый кролик и плазменной винтовки безжалостной. Бонусы, срабатывающие при попадании, не активировались, когда снаряды пролетали сквозь несколько целей. Броня. Солнцестояние героев. При использовании вида от первого лица игроки видят лишь окантованную золотом часть рукавицы. Исправлена ошибка, при которой свечение на броне для ног охотников было смещено в сторону. Увеличена яркость свечения. Общая. Исправлена ошибка, из-за которой при игре на Steam псевдонимы некоторых игроков приводили к появлению кода Weasel. Да, и такое было, как выяснилось. Вот такое вот обновление 2.9.2. Теперь, что касается скидок на Destiny 2 за гранью света. И вообще в целом. Тут Bungie преподнесли такой странный достаточно сюрприз. То есть
На данном этапе Обитель Теней, дополнение этого года и дополнение прошлого года отвергнуты, можно купить по скидке практически в 40%. Ну и акция заканчивается 15 сентября. Вот здесь Upgrade Edition тоже 33% скидка. Так что те, кто вдруг хотел раньше приобщиться ко всему этому делу, сейчас самое время. Так, идем дальше. По поводу стазисного охотника Ревенанта мы уже говорили в предыдущем видосе на канале, но там была английская версия, здесь присутствует русская. Поэтому, если кому будет интересно, можно будет поставить стоп-кадр, ну и ознакомиться самостоятельно, чтобы не повторяться лишний раз. Я вот так вот даже немножко прокручу специально. В принципе, по поводу охотника и по поводу гранат, тема прикольная, что здесь было озвучено. По поводу различных видов этих способностей. Так что будем посмотреть, как говорится. Ладно, идем дальше. Что касается небольших датамайнов. Наш глубоко уважаемый, известный датамайнер Гинцер, западный братюня, открыл нам небольшую тайну, что сумеречного налета в побоище на этой неделе в плейлисте можно получить двойные награды. И это будет длиться до недельного ресета на следующей неделе. Не знаю, там из-за бага это или банжа специально это сделали, но если вам нужны экзотические там высшие осколки, то вперед. Далее, продолжаю тему Гинцора. Несколько промо-материалов касаемо фестиваля усопших было обнародовано. Таким вот прикольным образом. То есть нам показали броню с ивента на Варлока. Вот такой вот граф Дракула на Охотника. Своеобразный, не знаю, как бы назвать. Блин, как того звали чувака? А, во, призрачный гонщик. Призрачный гонщик и вот этот какой-то болотное чудище Титан. Но в целом прикольно. Вот на стриме, когда смотрели, народу зашло. Идем дальше. Это у нас призрак на метле. Призрак на метле. И кошечка. Там еще кое-какие материалы есть, касаемо там Спэроу, касаемо все эмоций с этого ивента, но пока мы их затрагивать не будем, пусть будет сюрприз. Ну и тут вот дальше у нас идут тоже вариации сетов. Прикольная такая вот эмоция с цепями, вот шлем непонятный на Титана и... Такое ощущение, будто они тут с Хантом за руки держатся, с Охотником. Ну ладно. Идем далее. Тут у нас небольшая такая моделька экзостраницы, незнакомки. Из фестиваля усопших, то есть маска незнакомки будет. Там также будет маска Анабре и парочка других. Вот. Что касается выбора странника, видос с перками пистолета. Этапы квеста на выбор странника у меня на канале уже был. Можно там отдельно с ним ознакомиться. Ну и... Должен сказать, сегодня мы этот пистолет пофармили. Кое-какие мысли по поводу него есть. Постараюсь их озвучить чуть позже. Но в целом квест, да, получился такой, своеобразный. На полтора часа просто гринда планетарного по разным планетам. Типа, Банжи нас так заставили попрощаться с ними, грубо говоря. Пока что вкратце по поводу квеста на пистолет. Что здесь можно сказать? Надо делать задание исход, которое нам Завала давал ранее в сезоне. То есть откуда вам должен был упасть банжерольный гранатомет дружинное право, ну и так далее. И тут,
И в процессе прохождения квеста еще вот несколько моментов. Во-первых, лаборатория Распутина находится чуть дальше там в помещении у Анны Брей. И журнал, который там надо найти, дальше находится в вентиляции. Просто на стриме это был популярный вопрос. И что еще? Ах да, и по поводу Марса еще тема. Когда вы в эскалационном протоколе должны убивать мобов желтых, считаются и просто пробегающие мимо желтые мобы, типа важные цели тоже. Там 5 штук просто надо убить. А, ну и на Титане, когда вот вы попадете в солярий, надо идти направо. Там будут 2 огра. Ну, типа, в том помещении, где у нас проходит налет на Саватун. Ну, а так, в целом, достаточно все просто. Проходим затерянные сектора, которые отмечены в заданиях. Проходим налеты, которые отмечены в заданиях. Проходим героическое приключение на каждой планете. И кайфуем, получая от завала различные пушки. Я был очень рад, получив одну из них, потому что до этого мне предстояло ее фармить в налете, и как-то была перспектива не особо радужная, так что хорошо. Окей. Ладно, перейдем сейчас к еженедельному ресету. Уже непосредственно. Так, прежде чем мы перейдем непосредственно к еженедельному ресету, такая вот небольшая тема по поводу помех и, ну, задания призма преобразователя недельного и истории у Эрис. На этой неделе предполагалось, что последняя история будет... Можно будет получить последнюю историю, пройдя сюжетную миссию. Вот если ее вам не выдали, не пугайтесь. Скорее всего, они оставили ее напоследок, под конец сезона, когда там глобальное событие какое-нибудь произойдет. И тогда уже можно будет эту историю получить. Поскольку ни за пистолет, ни за прохождение миссии у Эрис нам ее не дали. Вот. Такая вот петрушка. Ну, а сам контакт сейчас находится на Титане. И можно отправляться туда делать. Помимо всего прочего, темная энергия там получается в Гамбите, Гамбите Прайме, эскалационном протоколе и в суде. В принципе, если поднапрячься, то за один суд уровня 2 можно выбить все, что нужно. Всю энергию. Ладно. Идем далее, к ресету. Как вы знаете, у нас сегодня появилось железное знамя. Лорд Саладин пришел со своими контрактами. Можно также сделать квест на автоматы и на пистолет, у кого их нету до сих пор. Ну и полутать различные там пушки, типа гранатомета Кувалда Оревинга, автомата Путь Вперед, ну и куча других стволов. Прикольных достаточно. Вот чем я, думаю, на этой неделе и займусь, потому что эти две пушки мне с классными роллами нужны. Вот. Что касается прочего там дела. Европейская мертвая зона, горячая точка. Ожог авангарда пустотный. Проклятие Саватун на пике. Сменяемый плейлист Горнила, помимо железного знамени, там превосходство и обратный отсчет. Да, вот Саватун третья неделя. Также у нас сумасшедший налет побоища песни Саватун, падает оттуда служебный толк, такие вот эмблемки, ну и такие вот модификаторы. Вот. Что у нас далее идет? В плейлисте сумасшедший налет, вывернутый шпиль, оттуда падает призрак, и вот такие вот эмблемки. С терминала знаний падает снайперка, долгое прощание. И с полого логова падает замысел покорителя разума, Майнбендер. Ну и парочка эмблемок. Что касается рейдов. В саде спасения испытания у нас. Пройдите первый этап, не убивая циклопов, которые появляются в комнатах с гарпией. Циклопы, что появляются в других местах, включая финальный забег, могут быть убиты. В истребителе прошлого нужно держать строй. Этап берсер, генератор карты не должен опуститься более чем наполовину заряда. Последнее желание, силы памяти, этап Ривен. Стражи не должны стрелять в один и тот же глаз более одного раза. Ну и Левиафан, испытание в садах удовольствия. Каждый из носителей реликвии может стрелять в один цветок за фазу. Как-то так. Так, далее что у нас идет? Высшее испытание у нас находится в крепости Отточенной Кромки. Проклятие Саватун на третьей стадии. Расколотый трон никуда не убежал, как обычно. Босс в паноптикуме Хасапика, обожаемый Калусом.
Немного увеличен пустотный отжог. И в суде у нас отражение Орикса. В эскалационном протоколе падает снайперская винтовка. Босс Домкат Маска. Часть катализатора мировой линии Кавалерия. Ну и далее переходим к контрактикам у вендоров. Что у нас у них есть? Железное знамя, опять же. Побежденные противники, добивающие попадание любой способностью. Захват зон в плейлисте Железного знамени. Уничтожение противников, добивающим попаданиями из любого оружия. Уничтожение противников в Железном знамени. Контракт выполняется быстрее при уничтожении противника с более высоким уровнем силы. Далее, у Паука на этой неделе у нас, как мы видим, три контракта. Розыск Ока во тьме, Аркадианская Харда и Тихий Клык. Вот, блин, мне, кстати, Тихого Клыка надо сделать, надо будет заняться, если не забуду. У Вернера падает автомат, ну и вот такие вот шмотки. У Слоун контракт недельный, налеты и 75 бойцов Улья. 80 противников убить энергетическим оружием. Так, у нейроматрицы падает только настроение. У Анны Брей убить 150 бойцов Улья. И добивающим приемом 10 штук убить мобов. Также 5 боссов убить на Марсе. У брата Венса у нас что недельное? Убить 3 боссов. И убить 150 вексов. У Эрис Морн на Луне ничего не поменялось. У Ашера Мира 75 противников и налеты. Одержимых 75 штук. И вексов 75 штук убить. У Тесеверис у нас тут достаточно прикольно все. Я вот отмечаю про себя, что тут у нее Владыка Врат продается. Но мы это сейчас внутри игры посмотрим. Эти украшения, ну блин, соблазнительно. Я вот поклялся и серебро не тратить, но сейчас прям хочется. Потому что, блин. Ванже, за что вы так со мной? Ладно, Бенедикт, что он принес нам? Револьвер, полуночный переворот и вот такие вот шмоточки. У Банши гамбит, горнила и налеты, как обычно. И хедшоты в городе грез. Модификаторов особых никаких не продается сегодня. Что касаемо контрактов на яркую пыль в гамбите. Уничтожайте боссов и стражей, внося частицы 250 штук. И убийство суперспособностями, наши любимые, естественно. На прошлой неделе передохнули, все, хватит. Боссы одержимых в налетах у завалы. 3 налета пройти. Также 150 бойцов Улья и 3 налета пройти. И что касается контрактов... испытаний. В Короне Скорби, помимо всего прочего, контракты редкие благословения. Еженедельные вот испытания. В Горниле Радость Победы. Контракт. Завершайте матч в Горниле Победы, будут позволять продвигаться быстрее. И уничтожая соперников при помощи солнечного оружия, вы тоже сможете выполнить все это дело быстрее. Так, теперь касаемо пистолета. Парочка слов. И Тесеверис. Начнем с Тесеверис. Так, по поводу Тес. Что же она нам привезла? Смотрим. Во-первых, украшение на пистолет. За серебро, песок и солнце. Во-вторых, несущий гроб, корабль, тоже за серебро. Пас и удар, добивающий прием. Плавный танец. Победный клич. Все хорошо, эмоция, которой лет 100, но почему-то ее опять завезли за серебро. Но ладно, по поводу серебра тут мы еще поговорим малость. Вездеход, многополосность, объективная реальность. Вот сразу купил это украшение. Сколько в гамбите люблю с истиной бегать. Появление воителем.
вечерние раздоры. Так, что у нас далее тут идет? Помимо всего прочего сезона вот этого дела. Прикольный шлем. Есть у нас вот парочка таких вот эмоций. Да. И что у нас в архиве? Примерно вот это. Набор аристократа можно купить. Тут у меня почему-то на стриме решили отдельную ссылочку на это сделать. Поэтому упомяну здесь тоже. Ну и парочку украшений завезли. Вот реально сижу сейчас и ломаюсь, блин. Я до этого серебро ни разу не тратил, но прям на этот шлем хочется. Ой, противостоять соблазну. Надо будет потом на Today in Destiny посмотреть, будет ли он за яркую пыль. Хотя, скорее всего, не будет. Ладно. За яркую пыль дальше у нас что продается? Точный удар. Жест. Время учиться. Тоже жест. Слетели Роден опять очередной. Так, теорема Канопус. Мотик. Крошечная мелодия. Жест. Жилет бесстрашного первого открывателя. Плохой пес. Украшение. Проекция девятка. Ну и опять по традиции куча шейдеров. Также эффект появления. Еще один эффект появления. И еще один. Так, это что касается Тесеверис. Теперь по поводу пистолета немножко переговорим. Есть тут парочка моментов. Так, вот что касается пистолета, выбор странника. Здесь вот можно увидеть его вот историю, нажав на кнопочку. Раскрыть парочку лорна заговоров, но пока что нас интересуют чисто такие вот специфические перки на пушке. То есть прицел у него САС быстрота, увеличивает удобство, слегка увеличивает стабильность. Бронебойные патроны, которые наносят дополнительный урон вражеским целям. Урон вражеским стам пробивает их насквозь. Слегка увеличивает дальность. Дар странника. Каждый заряд собирающего света сокращает время перезарядки оружия, повышает его удобство и улучшает захват цели. Вот на этом мы сейчас немножко подробнее чуть позже остановимся. Укороченный приклад. Это оружие особенно удобно держать в руках. Значительно повышает удобство оружия. Ну и особый перк. Особый бонус этой пушки. Каждый добивающий попадание этим оружием создает заряд собирающего света. Чтобы потратить заряды на ближний бой, гранаты или классовую способность, долго нажимайте кнопку перезарядки. Вот. Что касается скорострельности этой пушки. У нее скорострельность 300. Да, шутка про 300. Магазины 15 патронов. Ну и такие вот статы достаточно... С первого взгляда неплохие дальность стрельбы. Почти на пределе удобства. Тоже классное и стабило. Меня что смутило? Я вот сразу этого момента коснусь, чтобы потом к этому не возвращаться. Вот у меня, к примеру, есть натиск, у которого тоже скорострельность 300. У которого тоже есть бронебойные патроны. У которого есть абсолютно дальность. Ну и... Да, в дальности она немного проигрывает, если смотреть тут по статам. Дальность у нее гораздо ниже, чем у выбора странника у этих пушек. Но прикол в том, да, то, что почему-то на одинаковом расстоянии выбор странника, он наносит больше урона цели, чем натиск. Хотя при этом у натиска, несмотря на то, что у него дальность выше урона, то, что у него дальность меньше по статам, чем у того же самого выбора странника, почему-то ренджа у него больше. То есть я вот сейчас при помощи Дарси сравнивал. Получается то, что эффективное расстояние, ну вот у моего натиска с моими перками, относительно, как бы сказать... Относительно выбора странника, то есть...
натиск на 18 метрах без снижения урона наносит цели. Без снижения урона там можно по цели стрелять. А вот у выбора странника почему-то на 17. Я хз, почему так. Ну ладно. Давайте все-таки вернемся к непосредственно к пушке. Чем она примечательна? Во-первых, ее перк. Собирающий свет. Каждое добивающее попадание этим оружием создает заряд собирающего света. Чтобы потратить заряды на ближний бой, гранаты или классовую способность, долго нажимайте перезарядку. Вот, к примеру, у меня есть одна вот... Ой, пардон. У меня есть вот один собирающий свет. Я вот трачу гранату. Потратив его, я восстанавливаю 10%. Вот зажав вот кнопку перезарядки, я восстанавливаю 10% своей классовой способности. Любой из трех. Прикол весь в том, что баф остается собирающего света даже после смены пушек. То есть я меняю на какую-нибудь другую и возвращаю ее себе. Ну и достаточно прикольно, учитывая то, что можно таким вот образом, накопив 10-й баф, сейчас вот мы это сделаем. Даже, по-моему, 7-го хватит. Заодно и проверю. Да, вот, сделаем 7-й. И, наверное, зря я это сделал в разное время. Сейчас давайте заново. То есть, вот у нас баф 7-ка. Пушка вот так вот очень забавно светится. И мы вот потратим все классовые обилки наши. Ну-ка. И вот теперь перезарядку сделаем. Ну вот почти полностью у меня все восстановилось, значит все-таки нужна нам 8-ка. Ну, смысл, я думаю, вы поняли. То есть с каждым таким вот зарядом собирающим у нас, во-первых, ускоряются все статы пушки. То есть перезарядка, удобство, стабило и так далее. И во-вторых, используя вот эти заряды собирающего света, можно перезарядить все свои классовые обилки. В принципе, сфера применения достаточно широкая, на мой взгляд. В ПВЕ, в принципе. То есть это очень поможет при фарме различных контрактов, при во всяких там не требующих высокого лайта активностях. Ну, блин, просто вот серьезно. Ну, не возьмете же вы вместо выбора, вместо какой-нибудь анархии, да, или другой там важной пушки, там, бремени, дзанаги, там, еще этого, как его называют... А, ну или ксенофага. Выбор странника. Ну, допустим, в какой-нибудь сумеречный налет на грандмастере. Думаю, вряд ли. Но в определенных ситуациях, если вам нужно резко откатить себе все обилки, эта пушка достаточно хорошо, я думаю, себя покажет. Даже, по-моему, лучше, чем Монте-Карло. Потому что Монте-Карло все-таки она только удар рукой откатывает. А здесь у тебя прям 100% откат обилок. Ну и я думаю, умельцы с определенными модификаторами, с этого, с артефакта, с другими там модификаторами, которые в шмотке вставляются сезонными, тоже какие-нибудь билды сумасшедшие составят, из-за чего этот пистолет вообще себя покажет какой-нибудь убер-имбой. Но пока что, да. Это что касается ПВЕ. Вот что касается ПВП. Вот относительно моего сравнения с натиском, ну, мы сыграли одну катку в Железном Знамени с ребятами, и не сказал бы, что с нее совсем невозможно убивать, там какой-то фан можно получить, однако, блин, я не знаю. Если вам очень нравятся сайдармы и пистолеты, то лучше воспользоваться натиском, да, или каким-нибудь другим сайдармом, сейчас я вот вспомню, как он назывался. Ну вот, к примеру, той же самой анонимной осенью. Хотя она 360-я. Вот тоже ее народ очень сильно любит. В принципе, да. Так что будем посмотреть, как говорится, на эту пушку. Изучим ее и придем к каким-то выводам. Может быть, даже потом попозже отдельное видео какое-нибудь сделаю на ее счет. Ну а пока что, да, в принципе, достаточно занятная пушка. И надеюсь, свое применение ей мы найдем. Потому что хочется как-то все-таки, чтобы иксоты новые реализовывались. Хотя я уже от парочки своих знакомых, да, вот, которые на стриме мне там написали, что я эту пушку разобрал. Нафиг надо. Ладно. Да.
Пока что я с вами попрощаюсь, и вот напоследок врублю нашу катку, где мы катали вместе с Саммера Данией в Железное Знамя. Ну и можно будет посмотреть, как мы пробовали играть с этой пушкой, первый раз ее получив. Вот, а я пока с вами попрощаюсь. С вами был Джон, он же Лопин312, стример Destiny 2 на Твиче. Не забываем поставить лайк, подписаться на канал, ну и написать какой-нибудь комментарий, что вы думаете по поводу сегодняшнего дня, по поводу изменений, по поводу обновления, по поводу всего остального. Ну, в общем, увидимся. Всем пока. Покажите мне, что значит быть легендой. Алло, как дела, братан? Бля, надо даже включить музыку нашу, охуенная просто. Я пошел, ты... О, у меня телефон сел. Класс. Так у тебя 2% так и держалось все это время? Угу. Фига ты мощный. Господи. Короче, тут чувак супер лагает, он меня убил. Форс, возле фантома. Да, я это уже вижу. О, ебой! Ну я убил одного и пока что ничего особенного не испытал. Да, ты можешь просто не лагать так жестко, приз. Так, о, 3 стака за одного. Да ладно. Зона Б ваша. Вы получили преимущество. Я понял. Зона А потеряна. Еще 3 стака. Так. О, ну-ка. Какой он удобный стал. Нет, теперь с этими стаками. За одно убийство. Половина граната за одно убийство, чувак. Угу. Господи, супер лагающий чувак опять. Что здесь делаешь? Оно идет. Так, если я сейчас убью кого-то еще одного, я, наверное, откачу сепу. Нет, нет, я хотел откатить себе гранату! Зона А ваша. Соболезную. Вы хищники. Выходите на охоту. Господи, из него хуй кого убьешь. 52 дамага в голову, чё гоните? Не, ну... Это архетип такой. Я знаю, но из него все равно хуй кого убьешь. ОВП. Так. Надо... Ну, блин, пока я убивал пацанов, у меня откатилось и так. Ладно, считайте, что это у меня полностью откатилось. Теперь-то они зубы побломали. Пацаны, вы будете захватывать зону или просто здесь килл набивают? Кстати, да, надо захватывать, пожалуй. Ты вырываешься вперед. Шестерной стак, фига, окей. Соперник захватил зону Б. Стак из 6. Бля, что же ты будешь с ним делать? Зона я только двоих могу из него убить, больше нет. Зоны ваши. Братан, это не так работает. Зона Б. А, нафига мне спешл это собирать? Пусть волчий вой заставит их дрожать от страха. Чувак, как ты выжил? Так, кидаем гранату. Не-не, точнее ищем, в кого бы кинуть гранату. О, как уже он светится, прикольно. Нет, нет, почему ты меня убил? Огни погасли. Здорово, да. Вердикт уже выносить можно? Хавно, да? Они все равно на Б. Я вас понял. Так как вы засечетесь такими лохопрочными? Сразу двоих. Блять, господи, извините, но это просто... Что это? Соперник захватил зону. Я просто лобовый фейспал с этого. Выбранное оружие определяет твой характер. Обратив свою те... А, блин, я чуть не попался под нее. Зона Б захвачена. О, ля-ля. Шторма. Все, шторма убил, там ГГшка бегает. Кажется, я знаю, с чего будет. Зона С захвачена. Две зоны ваши. Максималка просто уйди, приз. Зона Б потеряна. Господи, ну это я совсем как-то обнаглел. На такой дистанции стреляться. Блин, каждый раз забываю, что мне не обязательно брать зеленку. Ну как не обязательно, я не могу брать зеленку. Так, ГГшка где-то врубил. Ау. На Бшке ГГшка. Закончилось. Нет, не трогай меня, не трогай!
А за ульту тоже дают по 3, окей. И прикольно. Очень все ясно. Все было бы прикольно, все было бы, короче, чуть-чуть меньше урон, но архетип, как этот, писатель называется, с кузницы. Перечь мертвец. Знаешь, какой у него есть перк? У него у пистолета есть перк, блядь, укороченный приклад, а у него вообще приклада нет. Понял. Происходит понимание. Шестерной стак, вау. Может так когда-нибудь... Десерт. Десерт игл? Да. Пизда, меня сейчас горка убьют. Вы сражаетесь в едином порыве. Я не хочу умирать, мне есть зачем жить. Вы увеличили преимущество. У меня есть баф. Но это еще не конец. На цешке захват идет. Зона С потеряна. Не, ну вернись. Зона А. Как это так не работает? Куба, не попал. Зона. Вот этот чувак, ты, конечно, улетел. Да сука. Где он? Дед Войск Леус. Да рядышком бегает. Да я вижу, мне сейчас захвачено. Вопрос. Пусть волчий вой заставит их дрожать от страха. Ага. На Ашке заря, на Ашке заря. Понял, принял, понял, принял, понял, принял. Иди сюда. Блядь. Это что, до девятерного бафа меня ёбнули? Вот правда, что ли? Правда? Болезно. Соболезную. Ты в шаге от победы. Уничтожь их. Все шоти, которые у меня, это просто что-то нереальное. Зона Б ваша. Ай! Ай, да буди, да будай! Ой. Ладно, ультуем. Давайте еще телеска. Тоже. Посла цешку захватывать. А, ну там уже есть, я тебя понял. Понимаю. На цешке двое. Вы получили преимущество. Продолжайте в том же духе. Да там, по-моему, все, потому что больше я нигде никого не вижу. Ой, горочку взяли. Ну все, пацаны, у них сайдармы. Надо брать горку, блин, иначе не выиграем. Столько дал за нее квикплей, что забыл, что здесь могут быть слабые игроки. И это мы. Да. Расправьтесь с соперниками. Тут же нету СБММ, поэтому вообще. Посередине его нету, чё жаловаться-то. Ну, в принципе, такое, да. Вот и все. Победа ваша. Черт, не добил? Отлично. Блядь, не добил, сука. А давайте мы ему дадим 4 шлема! Нихуя. А что, так можно? 4, сука! Окей. Болезно. Так, ребят, я на первом месте. Большое за компанию. Да. Так что я пошел к батьке. Ну давай, спокойный. До точного стрима, увидимся, услышимся. Ну, это пятница. Пока-пока.